Здравствуйте, я Наталья Некрасова, соавтор школы машинного вязания «Изба вязания», где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. И сегодня я хочу вам рассказать о пряже, которую продает магазин «Вага Вул», который находится в Санкт-Петербурге. Ниточка, о которой хочу вам рассказать, называется «Коко». Состав 89% альпака и 11% полиамид. Полиамид – это основа, на которую нанизаны вот эти тоненькие воздушные петелечки. Продаются пряжи в пасмах, но я ее перемотала, потому что вязала из нее свое изделие, которое вам сейчас и покажу. Когда мы впервые увидели изделие из этой пряжи, это было на выставке, очень захотелось вязать себе такую же, но поскольку мы занимаемся машинным вязанием, были большие сомнения, как эта нитка повезет себя на вязальной машине. Но учитывая, что изделие получилось без проблем, могу совершенно четко и твердо сказать, что машина такую нитку принимает очень даже хорошо. Вязала я это изделие на машинке с ручной прокладкой Нива 2. Так, 8-10. Проблем не вызывает никаких. Какое-то время стоит приспособиться, потому что платинки закусывают пух. Но когда я вязала уже второй рукав, проблема такая была решена, потому что к этой пряже быстро приспосабливаешься. И на Неве я это изделие вязала только потому, что она дает более свободные петли. Вот эта шапочка связана на машинке Silverite 840, вообще без проблем. Единственное, что петли чуть-чуть потуже, только поэтому джемпер я вязала на Неве. А так могу вам сказать, что любая машинка, и Silver, и Нева, без проблем провязывают эту нитку. Не стопорят, не рвут ее. Нитка очень мягко, нежно проходит и не застревает ни в нитеводе, ни на иглах с ручной прокладкой. Ниточка настолько нежная, легкая и мягкая, что вот на вот это изделие, на весь полный свитер ушло 1,5 мотка, то есть 150 граммов. Это где-то 40-й размер, он небольшой, маленький, но вы видели на мне этот свитер, когда я представлялась. Если вы хотите связать большое изделие, объемное, покупайте 2 мотка. То есть 200 грамм на достаточно объемное изделие будет достаточно, потому что такую нитку можно вязать только очень рыхло и свободно. Образцы я стирала, усадки практически не дают, потому что основы синтетика, то есть вот эта синтетическая основная ниточка, на которой нанизаны петли шерсти, не дают усадки. Ощущение в этом джемпере невероятное, как будто находишься в мягком облачке. Оно совершенно неощутимо на теле и в то же время очень греет. То есть в нем тепло и комфортно, вот правда, как в облачке. Если вы заинтересовались этой ниткой, этой пряжей и магазином Вага Вул, ссылку на магазин вы можете увидеть под этим видео. При заказе этой пряжи в магазине Вага Вул скажите, что рекламу вы увидели на сайте школы машинного вязания «Изба вязальня», и вам будет предоставлена скидка. Если вам понравилось, поделитесь с друзьями, нажмите кнопочки «Нравится», а также подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. И до встречи в нашей школе машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. Ваша Наталья Некрасова.